В столице Чувашии проходят Дни финской культуры. Фестиваль начался с открытия выставки «Мумий-тролль» работы Туве Янсен в галерее культурного центра «Полигон». В экспозицию вошло около 20 комиксов с популярными персонажами. Чем еще порадовать северяне чебоксарцев, узнавал Рифат Фаткулин. Настоящий подарок для чебоксарских ребятишек. Дети просто окунулись в волшебный мир сказки. Комиксы с интересом разглядывают и взрослые. Впервые альбом графических изображений про мумий-троллей был издан в 1957 году. На пике популярности они печатались в более чем 120 газетах в 40 странах мира. Их ежедневно прочитывали около 20 миллионов человек. Выставку открыла Хенрика Ахтяйнен, атташе по культуре посольства Финляндии. Она говорит: благодаря книгам Туве Янсен и ее персонажам маленькую Финляндию знают во всем мире. Теперь чебоксарцы смогут увидеть удивительный мир мумий-троллей. Книжки про мумий-троллей на самом деле писали во время войны и после войны, когда как-то людям было реально страшно. Ну, там просто они как-то боялись, что как-то мира вообще не будет, там все разрушится и так далее. И тематика первых книг Туве Янсена довольно мрачная. Ну, там это такие серьезные темы. И, ну, конечно, потом попозже они стали чуть полегче. В основе художественного мира Туве Янсен лежит образ вселенского мумий-дома, в котором всегда горит свет, ждут близкие, готова еда и теплая постель. Греет одна только мысль об этом безопасном месте, наполненном любовью. Я знаю про мумий-троллей, про их порядок семьи, что у них там есть мама, которая муми-мама, и она очень правильная и пример мамы для подражания. В долине мумий-троллей нет голода, нет войн. Здесь каждый найдет свой приют и кусок пирога. Однако тихая и размеренная жизнь нарушается многочисленными природными и мистическими событиями. Большим наводнением, неизвестно откуда прилетевшей волшебной шляпой, приближением кометы. Выставка очень полезная, я думаю, для нашего города, потому что мумий-тролли в Чебоксарах, мне кажется, это так уникально, так здорово. Мне самой, конечно, очень понравилось, и я рада, что есть такая возможность взглянуть на эти комиксы, потому что раньше я с ними не сталкивалась, хоть и люблю мумий-троллей и читала рассказы про них. Такая рисованная история привлекает гораздо больше внимания, чем простое текстовое послание. Во-первых, меня позвали сюда друзья, которые сами сбежали. Я не знаю, почему так произошло, но лично мне творчество Туве Янсена очень нравится. Очень давно нравится. И комиксы, пожалуй, я увидел впервые. Они смешные. Здесь по-другому обыгрываются многие ситуации, не так, как в книге, не так, как в книгах других историях. Но это адаптация по-своему. Дни финской культуры знакомят с разными гранями жизни северян. Полагается не только комиксы, представление комиксов, но и огромное количество других мероприятий. Например, представление финско-чувашского словаря, например, открытый урок финского языка. Это лекция о финском дизайне, мастер-классы от наших художников, которые научат детей делать шарнирных мумий-троллей. Праздник финской культуры, стиля и традиций продлится до 12 августа. Что примечательно, гости из северной страны чувствуют себя в Чувашии очень комфортно. Финляндия наиболее известна тем, что у нас очень много леса и много озер. Так что мы, в общем-то, живем в природе все. Даже если люди живут в городах, там везде просто очень много природы. И, ну, на самом деле, когда я приехала сюда, я же живу в Москве, ну, такое ощущение, как будто я дома, потому что тут так спокойно и, ну, много природы. Воздух такой чистый, свежий, это очень приятно. Рифат Фаткуллин, Валерий Резюков, Республика.